Всем привет! С тобой снова Елена. И сегодня на косметической кухне Бьюр я расскажу, как легко и просто в домашних условиях можно приготовить натуральное молочко для снятия макияжа. Для этого нам понадобятся такие компоненты, как эмульгатор Мантанов 202, увлажняющая добавка Фука Гель, экстракт алоэ вера, консервант Геогард Ультра, эмолент Сенсален, масло авокадо, а также ПАВ Протеол ОАД. Полный состав и рецепт молочка для снятия макияжа ты сможешь увидеть под этим видео. Рецепт у нас состоит из жирной, водной и активной фазы. Приготовление я начну с жирной фазы. Для этого я беру стаканчик емкостью 50 мл, включаю весы, и в него я буду добавлять масло авокадо, которого в рецепте 5% или 2,5 грамма. Также в жирную фазу я добавлю эмолент Сенсален, которого входит 10% или 5 грамм. И последний компонент, который входит в жирную фазу, это эмульгатор Мантанов 202. В рецепт его входит 4% или 2 грамма. Я использую именно этот эмульгатор, потому что он не дает плотной текстуры крема, а с ним я получу жидкое молочко, которое будет легко и просто снимать макияж с глаз и лица. Жирной фазой я закончила. В водную фазу у меня входит вода. В рецепте ее 74,5% или 37,25 грамма. Часть воды я отолью для растворения активной фазы. Примерно 3-4 грамма. Дальше я беру водную фазу и жирную фазу и ставлю их на водяную баню до нагревания и полного растворения эмульгатора в масле. А пока жирная и водная фаза греется на водяной бане, я займусь приготовлением активной фазы, в которую у меня входит увлажняющая добавка Фука Гель. В рецепте его 3% или 1,5 грамма на 50 грамм готового средства. Следующий компонент в активной фазе – протеол ОАД. Его входит 2% или 1 грамм на 50 грамм готового средства. Протеол ОАД – это мягкий ПАВ, который добавляет средства для снятия макияжа, так как он отлично растворяет пигменты, из которых состоит декоративная косметика, и мягко очищает кожу. Дальше в активную фазу я добавлю консервант Геогард Ультра. В рецепте его входит 1% или 0,5 грамма на 50 грамм готового средства. Это все компоненты, которые входят в активную фазу, и сейчас я перемешаю их до растворения с помощью миксера. Активная фаза растворилась. У меня остался еще один компонент, который я не ввела ни в жирную, ни в водную, ни в активную фазу. Это экстракт алоэ, который я веду в немножко остывшую эмульсию после соединения жирной и водной фазы. Жирная и водная фазы нагрелись, эмульгатор расплавился в жирной фазе, и сейчас я начну эмульгирование. Для этого я беру воду, за один раз ее вливаю в жирную фазу, и начинаю перемешивать миксером до полного эмульгирования. Мешаем до тех пор, пока обе фазы не соединятся и не получится белая однородная эмульсия. Спустя несколько минут перемешивания я получила белую однородную жидкую эмульсию. Дальше перемешивание я продолжу с помощью стеклянной палочки. Еще через несколько минут, когда эмульсия остынет примерно до температуры 40 градусов Цельсия, я смогу ввести экстракт алоэ, а также активную фазу. А пока я продолжаю размешивание. Спустя 5 минут перемешивания палочкой эмульсия стала однородной, белой и немножко загустела, а также она остыла до температуры 40 градусов Цельсия. Сейчас я могу ввести экстракт алоэ, которого в рецепте 0,5% или 0,25 грамма. Экстракт алоэ будет бережно ухаживать за кожей лица, снимая покраснение и раздражение, а также восстанавливать и увлажнять кожу. Дальше откладываем весы в сторону, они нам больше не понадобятся. И размешиваем экстракт алоэ в эмульсии до растворения. И после этого я ввожу активную фазу, которую я ранее приготовила, в эмульсию. И продолжаю перемешивание палочкой до полного остывания. Это еще примерно 5-7 минут. Я закончила перемешивание. Молочко для снятия макияжа полностью остыло и приобрело свою окончательную консистенцию.
Она получилась достаточно жидкая, но так это и планировалось, поскольку именно вот такая жидкая эмульсия легко справляется с любым макияжем. Дальше я перелью молочко для снятия макияжа во флакончик с дозатором. Если тебе понравился мой мастер-класс, ставь лайки, а также подписывайся на канал Косметическая кухня Бьюр и будь в курсе всех интересных рецептов натуральной косметики. С тобой была Елена. До скорых встреч!